Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть BioShock. Так. Так, цивилизовать было не проще, чем гремучую змею. Цивилизовать ребенка. Два дома. Ох ты. Полно. А куда вот он ушел? Панель отключения робота. А какого робота? Какого робота по отключению? Все, понял, какого робота? Так, ну что? Нет. Так. Начать. Так. Так. Ух ты, что-то не понял. Блин. Нифига, блин. Устройство отключения робота. Ну, устройство, но. Че оно не работает? Или что, мне в него стрелять надо? Я не понимаю. Где какая хрень меня тут сигнализирует? Стоять, стоять. Меня где-то что-то засекает. Так, так. Воу. Я вижу огонь, мистер Би. Так, надо сохранить, надо его приручить. Спокойно. Так, не смотрим. Тебя защитил? Выпусти меня теперь. Надо сюда. Вот так. Так. Вот сейчас мы его взломаем. По крайней мере, должны взломать. Начать. Понять не могу, как ты так мог успеть закоротить. А вот, понял как. Я не оттуда, блин. Я-то думал, все, понял как. Я просто не там начал. Вот так. Я что-то не пойму. Что за вонь стоит в дому? Так, а как мне забыть вот это? Так. Так, это сюда. Это сюда. Так, это сюда. Это сюда. И вот так.
Все, вот. Теперь робот у меня хоть один. Иди, папик. Ой-ой-ой. Вот так. Мы потом еще, кстати, папик, с тобой придем разбираться. Сканер выглядит вот так. Посмотри наверху. Если в такие журнале, что я читал, он способен анализировать генетическую информацию, биологическое строение и еще уйму всего. Я и слов-то таких не знаю. Что за разборки там идут? Девочку зовёшь. Правильно, зови. Не уходите, мистер Би. Я чувствую что-то гадкое. Спасибо, мистер Би. От хвоста до головы. Отъезд. Блин. Ну, давайте пробовать. Понял тебя, что кто-то атакует, что ли, кроме меня? Спасибо, мистер Би. Пойди, мистер Би. Херня какая-то. Стойте, ребятки. Там еще один. Тихо. Сейчас сделаю. Ты же не думаешь, мелкий засранец. Да. Ничего страшного. Блин, по тебе два выстрела, наверное, из дробовика осталось. Хотя, кстати, на дробовике может патроны поменять надо. Это он разбрасывает такие бомбы, а я долго думал. Ты знаешь, что мы делаем? Новые ангелы несут новый Адам. Это совсем стрела. Нет, тебя я спасу, не беспокойся.
спокойно. Спасибо. Спасибо. Воздолюба. Пора спать, мистер Би. Давай, ползи. Ползи, девчонка. Ползи. Так, а мне туда как? Если я туда спущусь, потом смогу подняться. Подожди. Понял, где они лазят. Так, так, подождите, так можно что, зарабатывать бесконечно, что ли? Понять не надо. Были бы патроны. Правильно? Или тут какой-то есть это... Взять. Что-то вас вообще не вижу, ладно. Что это? Я как понял, они все равно тут есть. Тихо, тихо. Спокойно. Все, разобрал тебя на части. Понятненько. Все с вами ясненько. Так, так, так. Так, а что я могу? Улучшенное здоровье, Мишель. Зимняя стужа. Всегда держите на готове это вещество, оружие самозащиты, охладить своих врагов. Хорошо, ну у меня пока... Пока нету. Не могу разобраться в своих чувствах насчет этих так. Маленьких сестричек. Маленькие где сестрички? Я могу? Эй, разве ты не знаешь, что на них держится все? Вот здесь могу взять. Правда? Наверное. С другой стороны. Следи, чтобы они жили прививаючи, пока вы болтали. Нет, не здесь. Точно не здесь? Блин, точно не здесь. Нам всем нет. А где я что брал-то? Генная инженерия. Так и там вроде то же самое. Ну ладно. И нам всем нужны маленькие сестрички. Блин. Пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Хо-хо-хошеньки, хо-хо, правильно так сказать. Где у меня тут есть? Патроны есть? Рози. Взломать робота. Робота взломать что ли? Ну вот же девочка есть. Чё вы мне парите-то? Мозг. Я готова видеть сны, мистер Би. Так. Вот сейчас сохранимся и... Дам жару. Если хочешь, дам жару. Так. Мистер Би.
немножко. Тихо. Ну, я сейчас воскрешусь, и я тебе отомщу. У меня животик полон крови ангела. Так. И чем я могу тебе угостить на этот раз? Блин, долго идти до тебя, правда. Где вы? Я туда скоро отправлюсь. С мистером Фаблсом. Мне не нравится, мистер. Убейте его! Убейте! Разделите его, мистер Ди! Блин. Немножко осталось. Сейчас, подожди, я прыгну за тобой. Что-то я не понял, что один раз в барокамере могу возвратиться только. Где ты? Сильнее, чем Геркулес, и может зажечь огонь еще. Где ты? Блин, он что-то высыпал. Чуть не стрельнул в тебя. Где ж твою мать, напугал меня. Не надо мне тут петь военных песен. Вот оно. Мы отвернулись от тебя. А, без ущерба для себя спустился. Я исполняю. Не шевелись! Я подверг. Тихо. Блин, что-то хреново ты меня защищаешь как-то. Где девочка вот была? Открывай. За вами надо охоту здесь вести. Настоящую охоту. Тебе же это нравилось. Опыт водой он видит все. Видит всех нас. Господь все равно видит. На. Так. Где ты? Эй! Петушара! Ты не говори только, что ты залег на дно. Блин, козел. Так, один где-то тут бродил. Чуть не пристрелил которого. Вот он опять с девочкой. Все ваши лица растеклись. Тихо, тихо. Кажется, злой человек ушел, мистер Би. Пора спать, милая.
Теперь девочка, вас два инвалида осталось. Мальчик, блин. На шалках только у меня два патрона осталось. Таких вот. Тихо, 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 тихо. Да я не сюда хотел. Я не хотел к вам идти еще. Вы чё? Так. Девочка ушла, да? Козёл. Нету, зачем что, мне? Уже опять пора? О. Спасибо, мистер. Блин. Ее ждать надо, ждать, выжидать. Падла. Ну, сейчас я все равно должен записать. Да. Сколько вас, конечно, я не знаю, но... Вы меня спасли. Конечно. Так, картечь. Время спать, ангелочек. Картечь заряжена. Понятненько. Патронов полно. Ну, пойдемте. И опять здесь. Ладно, все, можно идти. Сохраняем пока. Блин. Давайте купим. Осколочную гранату купим. Револьверные патроны. Только взлом. Вот что мне надо было. Ладно. Давайте взломаем. Раз просто так. Откуда начинается вода? Так, надо как-то это вот так вот развернуть. Твою ж мать-то. Ну. Так. Нет, не так. 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 Вот так. Сюда, 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 вроде все нормально. Добро пожаловать на распродажу. Ой, зачем? Блин, я думал, эх, ладно. Ладно. Так, так, так. Библия. Не понял.
Где-то за окном, что ли? Да. Нет. Нет. Окно не пробиваемо, так что смысл. Вот подзаправимся лучше. Лучше подзаправимся. Неохота помирать нахрен так. Так. Начать зло. Так, 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 где, где, где? Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда. Получилось. Все. Моя штука. Да. А здесь видно, что черта, меня только не забил. Блин, такое побольше. Так, 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 войнушка какая-то. Это какая-то войнушка. Еще есть. Ну ни хрена себе, прямой. Ни хрена себе прямое попадание ракеты. Как бы мне тебя обойти? А, стоять, стоять, я же это совсем забыл. Я же совсем забыл. Как я мог про это забыть? Надо что-то с этим делать. Видели, я предположил, ладно. Так. Где-то отбросы сейчас появятся. Тебя загасить-то? Ракетница, что ли? Есть. Так, неплохое начало рабочего дня. Но там еще одна такая штука, плюс еще. Что, или он меня загасил немножко?
это начать зло. Так. 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 Так вот. Теперь надо повернуть это вверх. Вверх, вот она. Повернуть в другую сторону. Есть такая штука. Вот она. И вот она. Все. Вау, что я себя подобрал-то? Не ожидал. Молодец, хвалю. Му-му, хвалю. Так. Поменяем. Кто-то там еще был. Кто ходит в гости по утрам? За мной ходил следом, что ли? Так, это отключить роботов. Здесь мы собрали. Туда надо сходить. Надо. А вот оно ты. Уничтоженная камера. Так. Виселица, да? Так вот, слушайте, я здесь законы не устанавливаю. Я только слежу, чтобы их соблюдали. Но я отправился в восторг не ради того, чтобы вздергивать людей за контрабанду. И если Райн со своей командой так поставил дело, то пусть забирают себе мои погоны. Понятно, так. Обиделся, значит, погоны забираем. Виселица, да? Так, слушайте, я здесь законы не устанавливаю. Я только слежу, чтобы их соблюдали. Но я отправился в восторг не ради того, чтобы вздергивать людей за контрабанду. И если Райн со своей командой так поставил дело, то пусть забирают себе мои погоны. Нет. Вот так. Вот так. Подождите. Вот так. И вот так. Все взяли. Снип, снап, снуры. Снуры, вазелюры. Так, роботы. Роботы. Ай-яй-яй. Все использовать. Все взять. Все, да? Ой-ой-ой-ой-ой, сохраняемся, ломаем замок, ломаем стереотипы, все ломаем. Что-то я плохое предчувствие. Так.
камера. Вот сюда. Только попробуйте ко мне подойти. А что поменять-то? Мне бы открыть бы. Можно открыть? Генные модификации. Нетушки. Нетушки. Мы ничего не менять не будем. Виселица, да? Так вот, слушайте. Я здесь законы не устанавливаю. Я только слежу, чтобы их соблюдали. Но я отправился в восторг не ради того, чтобы вздергивать людей за контрабанду. И если Райн со своей командой так поставил дело, то пусть забирают себе мои погоны. Все понятно, тут для пулемета все-таки есть. Есть все-таки для пулемета. Иисус любит меня. Так сказано в Библии. Дети его слабы, но сила его велика. Сфотографируйте врага фотосканером, чтобы изучить его. У каждого типа противников уникальный набор исследовательских бонусов. Попытайтесь сделать фотографию мутанта с другой стороны стекла, концентрировав изображение и дав ему увеличение. Мы думали, что спрячемся. Через добыл камеру. Отлично. А теперь давай пощелкаем этих мутантов-пауков. И не возвращайся, пока не закончишь. Мутант-паук. Прогресс исследования. Так. Исследовательский бонус. Урон увеличен. Мутант-паук уязвимый для противопехотных патронов и электричества. Я не спал, почему ты всегда так делаешь? Так. Так мне что, одного и того же, что ли? Так. Отец, почему ты оставил меня? Мутанты. А мне вас можно сфотографировать? Что это? Нет. Так, для электричества. Если ты не дурак, то откроешь сам. Мы отвернулись от тебя. Иисус любит меня. Тебе меня не обмануть. А кого мне обмануть? Давай. Мутант стрелок. Прогресс исследования. Исследовательский бонус. Так, мутанты стрелки уязвимы для противопехотных патронов. Я одинок. Знаю, что ты одинок. Да. Господи, я променял тебя на мор. Что мне за это было? Тварь! Думаешь, ты меня знаешь? Думаю, да. Мне надо только найти тебя. Все они держат меня под каблуком. Ты-то кто такой? Тарская тварь! Так, новый плазмид, маркер безопасности. За вами ходят надоедливые камеры безопасности. Так, просто пометьте своих врагов с помощью наших фотоэлектрических насекомых и камеры. Ага, понятно. Так, это... Обманите систему безопасности. Пусть роботы и пулеметы целятся в ваших врагов. Хорошо. Тебе меня обмануть!
Прогресс исследования робот-охраны. Роботы безопасности уязвимы для бронебойных патронов и электричества. Так, знаешь, надо будет камеру разнести все-таки. Пополнил запас. Думаешь, я так предсказуем? Даже не знаю, что делать. О, знаю, что делать. Что это я? Вот и все. Вот и все. Так, я так почувствую, что я должен туда попасть. Или я туда пришел. Скорее всего, туда пришел. Даже через какой-то сад собирателей. Блин. Какая-то ересь получается. Слышал. Все понял, где это я. Так. И вот появился этот крохотный морской моллюск. И тут же все безумные идеи, которые крутились у меня в голове еще с войны, пришли в встроенную систему. Он не просто исцеляет поврежденные клетки, он возрождает. Я могу изогнуть двойную спираль. Черное может переродиться белым, высокое стать низким. Слабость, сила. Но одних моллюсков мало. Нужны деньги. И еще кое-что. Так. Сюда. 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 Где еще такая? Вот. Потом нужна такая. И нужна такая. Успел. Так. Так, электрическая картечь. Противопехотные патроны. Нет, я лучше оставлю еще на одну ячейку. Да, еще одну ячейку оставлю. Денежку. Все, будем знать, где чего лежит. Жалко, что нельзя пометить. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!